Ой, слушай, такая удобная штука. Причем мы купили, мы это что-то совсем за копейки. Пошел присоединяться народ. Нет, все нормально. Самое ведь во всем этом удивительное что? То, что здесь появился интернет. Привет. Это моя новая квартира. Как раз вот теперь я уже могу вам показать в полной мере. Это Антонио, участник проекта. Мой оператор – это источник света, как вы видите. Света Жизарте. Анечка, его супруга. Моя Масенька. Ну, вот так вот выглядит моя квартира. Мы только переехали, здесь еще ничего не готово. Это творческий беспорядок. Да, творческий беспорядок. Тут будет диван на месте вещей. Здесь будет у нас телевизор. Там будет винный шкаф. Это наша барная стойка. Так, что у нас здесь? Я еще не все знаю, что у нас здесь. Здесь у нас ванная. Туалет. Собственно, как-то вот так. Снимаете? Нет. А, ну как снимаем? Оператор снимает для основного канала. А квартира нет. Квартира первый раз в жизни моя. Иркутск одобрил, спасибо. Здесь у нас гардеробная. Ты не угадал. А, нет, это не гардеробная. Привет, Перми. Что это? Это кладовка. За сколько ударов я тебя вынесу? Хороший вопрос. А что, есть желание меня выносить? За что? Я же ничего плохого не делал никому. Какая ванная? Так, это у нас гардеробная, но она еще не доделана. Спасибо всем огромное. Не, это двухкомнатная, но мы немножко ее перепланировали. А это наша спальня. С Кокляевым когда видел? 5-6 марта. Вот, собственно, вот такая вот квартира. Ну, раз шутка, ладно. Вот, собственно, все вот так вот. Какой этаж? Второй. Сами придумывали? Да, мы с супругой сами придумывали. У нас друзья-дизайнеры, они нам помогали все это делать. Спасибо за новоселье, спальня крутая. Еще все не готово, еще все не доделано, еще не все обжито. Мы только-только переехали. Это решетки? Конечно, решетки. Решетки, вакуумные датчики, сигнализация. Конечно, я люблю безопасность, особенно если это моя квартира. Сколько все это обошлось? Ребят, все задают очень много вопросов по всему этому. На самом деле, человек определяется его друзьями. А у меня друзья очень хорошие. А, квартира в ипотеку, а друзья делали ремонт полностью. Поэтому мы очень долго ждали, месяцев 8, зато сделали все очень-очень-очень красиво. Квартира мечта, да. У супруги папа военный, у меня папа военный. Мы всю жизнь жили в каких-то очень непонятных грязных квартирах. А теперь у нас наконец-то все хорошо. Если я в Инстаграм, да, посмотрите. Либо в Перископе, либо на Ютубе вся информация должна быть. Почему не дом за городом? А это за город на самом деле. То есть это черта города, но за городом у нас здесь рядом парк. Привет из Одессы. И что за пол? Что это за пол? Я не знаю, что у нас пол. Это специальный мрамор. Вот. Все в черном свете. Штанга в хате? Нет. Это черное дерево. Почему решетки? Ну как почему решетки? Что вы чувствуете себя безопасно? Я маленький параноик. Ладно, я большой параноик. Как найти Инстаграм? Собака Саша Шпакс. Пишется слитно с маленьких букв Саша Шпак на английском. Азбука рядом? Нет, азбука не рядом. И в этом такая проблема. Где-то здесь есть азбука, но мы уже... Где у нас азбука? А Волькина, при повороте. Волькина, может быть. Да? Конечно, решетки внутри. Сначала поставили их снаружи, нас заставили их снять. Какой этаж? Какой этаж, какая квартира? Нормальный у нас этаж. Сколько квадратов? 68. Когда переехали, сейчас переехали, будем все расставлять. И неделю обижаться. Да, то есть вот сейчас 3-4 машины, друзей приехало, все перевело сюда. Еще очень много всего-всего. Спасибо за поздравления. Мы очень-очень-очень рады. Скоро будем обживаться, и в этой квартире мы будем вам показывать готовку со шпаком. Дайте нам только неделю-две, и через пару недель мы начнем новую рубрику. Будем здесь готовить. Я думаю, что одним из первых наших гостей будет Анечка. Анечка, да, ты первая гостья. Маши сюда ручки. Она очень вкусно готовит, и мы будем вместе готовить разные вкусняшки. У нас здесь будет и здоровое питание, и спортивное питание, и нездоровое, и неспортивное питание тоже. Иришке привет. Привет. Вот. Что еще хорошо?
Кто такая Аня? Аня супруга моего одного из лучших друзей Антонио. Мастер-шеф Шпак. Да, будет примерно так. Показать еще раз ванную? Мы сейчас покажем. Покажи, как красиво у нас льется ванночка. А, кстати, да, сейчас покажем. Секунду. У нас здесь еще стоят специальные такие датчики. И когда вода нагревается, она начинает менять цвет. То есть, чем она теплее, тем она становится других цветов. Желтый, зеленый, красный. Кота запускали? Нет, кота еще не запускали. Готовить будем? Все будет. Будет каша, мясо, супы. Даже пирожные с тортами будет. Все будет классно. Вот. Так что благодаря моим друзьям у меня теперь хороший-хороший ремонт. Далеко ли вы от парка 300-летия? Да, километров, наверное. Нет, это 6. 6, говорят. Это уже 4 от поворота. Это своя. Первый раз в жизни теперь своя квартира. Ну как своя? Она принадлежит банку пока. Когда Кришанькиной? Не знаю, у нас не срослось в прошлый раз. Сейчас у меня операция, потом через пару недель после этого Кокляеву, а уже после этого посмотрим, с удовольствием приедем к Кришанькиным. Так что вот, ну что, всем огромное спасибо. Будем разбирать вещи. Да, дня два. Сейчас пойдем еще в магазин смотреть, чего у нас не хватает. Будем загружать холодильник. Гулять в парке будем, да, это просто классно. Мы будем на велосипедах кататься. Сколько ипотека? 36 ипотека. Так что добро пожаловать в долги. Это стимулирует нас не лениться, не болеть и много работать. Да? Все. Всем огромное спасибо. Да. До новых встреч. Пока.